Разрешите всех вас поприветствовать в этом святом месте, на месте бывшего храма, который вы видите, который, к сожалению, разрушен был, представлял собой грандиозное действительно сооружение, был разрушен, но сейчас вот, наверное, в меру нашей веры Господь даровал нам вот это вот здание и имеет возможность жители здесь прийти, помолиться, попросить Отца Небесного, попросить покровителей, святых исцелителей, бессребреник, чудотворцев Косьмы и Дамиана, римских, излить свои горести и обратиться с какой-то просьбой, с какой-то молитвой. Естественно, что храм сейчас всех молящихся вместить не может, поэтому мы совершим молебен под открытым небом, потому что сегодня мы празднуем 400-летие образования нашего с вами села, и как и много лет назад, много десятилетий, даже столетий назад, конечно, прежде всего, любое дело начинаемое освящали молитвой, а затем уже все к нему прилагалось. И материальные составляющие, и какие-то прочие праздники, и прочее. Поэтому давайте сейчас помолимся, попросим Отца нашего Небесного, призовем благословение Божие и благословение святых исцелителей, бессребреник, чудотворцев Косьмы и Дамиана, на всех вас здесь собравшихся, и на жителей этого села, и, конечно, на всех участников вот этого проекта грандиозного, который продолжает осуществляться, и верим, что сегодня будет это достойное продолжение, и завтра будет не менее достойное его окончание на Святой Никольской горе в РП Сурской Промзино. Боже, очисти нас грешных, Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, без числа согрешили, прости нас. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю небесный, утеши перед душой вселенной, и везде и всесть, исполняй сокровища богим, и жизни подателю, приди, селися в ны, и очисти нас от всяких скверны, и спаси, Боже, души наши. О Господи, веся нам, благословен гряды во имя Господне. Господи, веся нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости. О Господи, веся нам, благословен гряды во имя Господне. Прошедшая по душам я именем Господним противлякся им. Господи, веся нам, благословен гряды во имя Господне. Не умру, но живу, и буду, и повем дела Господня. Господи, веса нам, благословен, гляди во имя Господне. Аминь, Боже, не при Господе, и Духе, сей во угла, от Господа будет сей, и издивен лучше всех наших. Господи, веса нам, благословен, гляди во имя Господне. Богородице, все отвечу.
не представила мои очи, кто бы нас избавил от великих бед. Боже, сохрани в дни свободы, не отступит владычество тебе. Твоя борода спасает, что Христос таких лютых. Нежно радуйся, ангела приемшая, и расширителя твоего, и воспасайся, увеличающая. Успеваем сына твоего, Богородице, и выпьем причастие владычице. Всякие беды в мове рабы твоя, царя пророков и апостолов, нам учиться песни и похвала. И представительница миру синепорочная, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, Отца и Сына славословием, и Духа Святого глаголюще, Троица Святая, спаси души наша, и ныне пресная во веки веку поминь, изреченная последняя зачешная, и роши Создателя Твоего, для спасатя величающая, милосердие дверем сердце нам, благословенная Богородице, надеющий на Тебя не погибнем, но наизваемся Тобою ответ, Ты боись и спасение рода христианского. Господу помолимся. Господи помилуй. Только свят есть Бога наш, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Нам братья души покаянию, яко блудница зовущая со слезами, Господи, помилуй мя. Вот омёд рождения Христа, источник исцелений, во святи михами Девы, днесь Твоего благословения кроплением, отгоняющий недуги, немощущих врачи души телес наши. Дева родилась и не искусно брачная, и Дева пребылась и Матерь Небесная, Богородица Мария. Христа Бога нашего моли, спастися нам. Пресвятая Богородица Деву, рука же дела исправи, и прощение прегрешений наших возврати. Некогда пейте нам ангельское пение. Святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас. Умем, мир всем. И мудрость во мне. Боги мин глаз третий, Господь просвещение мое, спаситель мой, кого боюся. Господь просвещение мое, спаситель мой, кого боюся. Господь защита ты живота моего, от кого страшуся. Господь просвещение мое, спаситель мой, кого боюся. Господь, просвещение мое, и спаситель мой, кого боюся. И мудрость. Евреям послание, святого апостола Павла, чтение. Аминь. Святая освящай имя от книги на Господи, и я в разве не стыдится братья нарисать их глаголя. Возвещу имя твои, братья мои, посреди церкви воспоюся. И паки, аз буду надеяться на ань, и паки, сяз и дети. Я же не дал есть Бог, понеже оба дети приобщишися плоти и крови. И той преискренне приобщися те же, да смерти упразднит имущик державу смерти, сей дьявола. Избавит всех и лицо страхом смерти, через сердце повинни без работе. Нет ангелу бы, когда приемлет, но все меня в раму приемлет. Вот у него же должен бе, по всему подобитесь, братья. Да милости будет и верен первосвященник, я же к Богу. Твои же очистите грехи людские, в нем же Бога пострадав сам искушен бы, может искушаем им помощи. Верьте, премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И мудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. И Дух Святому. От Иоанна святого Евангелия. Чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В Иерусалим, еже в Иерусалиме их там вообще купили,
яше глаголица еврейскими пизда, пять притвора мущи, тех лежаше, множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды, ангел Господень на всякое лето, сказаше купили возмущаше воду, и же первые благоше о возмущении воды, здравы ваше, я сын же недугом подержим, мы ваше. Слава тебе, Господи, слава тебе! Миром Господу помолимся. Господи, помилуй! О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй! О мире всего мира, благостоянии Святой Божией Церкви и соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй! О святем храме всем с верой и благоговением и страхом Божиим входящих в огонь, Господу помолимся. Господи, помилуй! О великом Господине, Сын нашим, Святейшим, Патриарше Кирилле, и Господине нашим, Высокопреосвященнейшим, Митрополите Феофане, честнем Пресвитерстве о Христе Диаконстве, и всем прежде людях, Господу помолимся. Господи, помилуй! О богохраними державе нашей российской власти, воинстве и народе я, Господу помолимся. Господи, помилуй! О еже освятитеся водам всем силой и действом, и на этим святаго духа, Господу помолимся. Господи, помилуй! О всех требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу, Богу предадим. Тебе, Господи! Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже великий, именитый очи Господа нашего Иисуса Христа, творя чудеса, единым же нечти славе Боже гласного, да с многих Его же видевшего, да боявшегося, и смятавшегося бездны множество шума вот Его же пути, у моря сизи вода, ноги, и стопы твои не познаются, и за крещение единородного Сына Твоего воплощенного, и сидим на Пресвятого Духа видение голубя, и твоим отческим глазом иорданские струи осветил еси, тебе ныне смиренно недостойные раби твои море мили сяди, не спасли благодать Пресвятого Твоего Духа на воду сию и небесным твоим благословением, благослови, освети, очисти и даруй благодать и избавление, благословение Орданова и силу всех скверны очищающих, всяк недуг исцеляющих, и бесовы всех наведовых козней прогонительную, и весь силой действуем благодати Пресвятого Духа быть всем от нея, с верою пьющим, приемлющим же и кропящимся рабом Твоим, грехов оставления, изменения страстей, прогнание всякого зла, умножение добродетели, болезням исцеления, домовом же всякого места освящения и благословения, губительных и всяких злотворных воздухов изгнания и благодати Твоей присвоения, яко Ты си благословляй священное всяческое Боже наш, и Тебе славу высылаем, Святый народный Твоим Сыном, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, и Тебе.
Творец, начальник Твоим Отцем и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, иди и Христос, и во веки веков. Аминь. Оси, Господи, люди Твоем, помилуй нас, Боже, повелися милости Твоей, молим Тися услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ты молимся о великом Господинице нашем, святейшем патриархе Кирилле и Господине нашем высокопреосвященнейшем, митрополите Феофане всей во Христе, брати наши. Господи, помилуй, Еще молимся о благословении державе нашей российской, власти, воинстве и народе ее, да тихое и безмолвное житие поживе, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении и прощении, и оставление грехов рабов Божиих, воссездины непредстоящих и молящихся, и о ежекижда в помышлениях и мать, и о еже умножитеся лета живота их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за все, братья, и за вся православные христиане. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли, и сущих морей на нече, и милости, милости Боди, Владыка, грех всех наших и помилуй ны, милости Боди, человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. Славы наша, Господи, преклоним. Господи. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитв ради всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы моей силы честного, и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплодных,
честного славного пророка, Претечи и Крестителя Господня, святый славный сиквальных апостол, святый славный и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего, Николая Архиепископа, Мирликийского чудотворца, и живо святых отец наших, Мефодия Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и великие княгини российские Ольги, и живо святых отец наших, всея России чудотворцы, Михаила, Петра, Алексеона, Филиппа, Ила, Макария, Иннокентия, Ермогена, Филарета и Тихона, святых и праведных, Бога Отец и Кимаянны, блаженного Андрея Христа, ради родивого симбирского чудотворца, преподобного исповедника Гаврила Архимандрита Меликевского, святых исцелителей бессребреника и чудотворцев, Косьма и Дамиана Римских, и же и память ныне благочестно совершаем, и все святые Твои, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление при грешении наших, покрой нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой спаси души наши, яко благ и человека любит. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых исцелителей бессребреник, чудотворцев Косьмы и Дамиана, римских, и же памятно неблагочестно совершаемых всех святых Твоих, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Всех, дорогие братья и сестры, благодарю за совместную молитву. Еще раз поздравляю с праздником покровителей вашего села и желаю всем нам, чтобы их молитвами Господь даровал нам вся благая ко спасению и жизнь вечную, чтобы действительно были мы с вами достойны того великого наследия, духовного прежде всего, конечно, и не только наших предков. И, конечно, хочу сугубо поблагодарить всех и организаторов, и участников вот этого фестиваля, который дал нам такую благую возможность вот этой совместной сегодняшней встречи, дал возможность взаимно, духовно лучше познать друг друга, взаимно обогатиться. И дай Бог, чтобы таковая возможность нам с вами выпадала и далее. Спаси Господи всех, всех храни Господь, всем доброго здравия, помощи Божией. Меня простите, Христа ради, что не так. Спасибо. Мы с вами совершим кратенький молебен, потому что место это прежде всего святое, освященное благодатью явления святителя Николая. Учитывая то, что мы уже и так от графика выбиваемся, ну и большинство из вас в общих чертах знает эту историю, я, в общем-то, повторяться не буду. Давайте сейчас помолимся, попросим, чтобы святитель Николай, вот все наши просьбы, которые ко благу направляют, чтобы он исполнил. Ну, а затем уже, так сказать, приступим к официальной части. Господин Бог наш, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе,
И жизни подателю, иди вселися в ны, и очисти на всякие скверны, и спаси блажи души нашу. Бог Господи, вися нам, благословен гряды во имя Господне. Бог Господи, вися нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедуйтесь, Господи, яко благе, ко век милости его. О Господи, веся нам, о Господем гряды, во имя Господне, обышедшая бы душами именем Господне, противлявся им. О Господи, веся нам, о Господем гряды, во имя Господне, не умру на жаль, буду и поем дела Господню. О Господи, веся нам, о Господем гряды, во имя Господне, правила вера в раскротости, воздержание учителя, явися стаду твоему, я же вещи истину, всего ради стяжалой с измерением высокою, нищетою богатою, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, постися душам нашим, правила веры в раскротости, воздержание учителю, явися стаду твоему, я же вещи истину, всего ради стяжалой с измерением высокою, нищетою богатою, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, постися душам нашим, правила веры в раскротости, воздержание учителю, явися стаду твоему, яви вещи истину, всего ради стяжалось измерение высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, постися мы, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли, и сущих молитвовече, и милости, милости будь, Владыка, о грехах наших и помилуй мы, милостивый человеколюбец Бог неси, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ко святителю Николаю, архиепископу мирликийскому чудотворцу, во велении сердец наших, помолимся. Святый Крещен Николай, моли Бога у нас. Пусть к вам великий чудотворче, святителю Христу Боже Николае, молимся, будет надежда всех христиан. Верных защитите, алчущих кормите, плачущих веселье, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и серых питатель. И всем скорый помощник и покровитель, да мирное, где поживет житие, и да сподобимся видеть славу избранных Божиих, на небесе с ними непрестанно, воспевать единого в Троице, поклоняя Бога в веки, и живот святых отца нашего, Николая архиепископа мирликийского чудотворца, и всех святых, помилует и спасет нас, яко власти человека любит. Аминь. Дорогие братья и сестры, еще раз всех вас приветствую в этом святом месте и молитвенно желаю, чтобы святитель Николай освящал всю вашу жизнь, чтобы он вам помогал всегда, как помогал и помогает нашим предкам благочестивым,
и всем православным христианам, в особенности христианам православным нашей с вами отчизны. Спаси Господи всех. И сегодня в рамках Всероссийского фестиваля национальных неолимпийских видов спорта проводится первый этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «Эстафета», и мы счастливы, что этот этап завершается на нашей Сурской святой земле. Итак, церемония передачи эстафеты. Эстафету принимает глава администрации муниципального образования Сурский район Малышев Владимир Анатольевич.